Ребят, всем привет! Сегодня я решил выбраться на тренировку. Давно я там не был. Знаете, как будто поселился во мне такой бес какой-то, который мне каждый день говорил: нет, ты туда не пойдешь. Ну, в этот раз я его победил и пойду. Хотел встретиться с другом Андреем, но, к сожалению, он не может. Либо он попозже приедет, но, по крайней мере, он мне не отвечает. Поэтому ждать я не буду сейчас. Пойдем тренироваться. Ребят, перед этим просмотром хочу порекомендовать два канала. Один канал называется Яха ТВ. Это мой знакомый по Ютубу, можно уже сказать так, друг по Ютубу. Плюс еще у нас... Он иногда ведет стримы, чаще, чем я, и я периодически до него захожу. Так, сейчас я вам покажу его канал. Секундочку, Яха, Яха, ты где? Вот. Ребят, кому не сложно, переходите на канал, ссылочки будут в описании. Сейчас я вам покажу. Вот и вон и канал. Достаточно много видосиков, вот смотрите сами. Выбирайте, смотрите, на разный вкус есть разные видосы, такое у меня ощущение. Ну и плюс еще стримы, ну у него там еще определенный канал есть для стримов. Там сами разберетесь. Вот, переходите, подписывайтесь, я был бы рад бы. Если подпишетесь, если понравится, поставьте, оставьте комментарий человеку. Ну и передайте ему от меня привет. Вот. И еще есть один канал. Тоже познакомился я через Яху с ним, когда вели стрим. Это канал называется Андрей Док 5. Вот этот каналчик. Человек ведет стримы, музыкальные стримы, играет очень хорошо на гитаре и плюс классно поет песни. Ребят, переходите, не пожалеете, подписывайтесь, ждите новых стримов, новых видосов у Андрея Док 5 на канале. Ссылочки будут в описании. Так что, ребят, я надеюсь, что вы подпишетесь. Ну и, конечно, репостите мои видосы, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, потому что как бы нет лайков, нет интереса, YouTube не будет распространять. Так что давайте. Вам не сложно, мне приятно нажать просто на один пальчик там. Сами знаете где. А, и обязательно поставьте колокольчик. Потому что, как я заметил, многие меня спрашивают: о, я не заметил, что вышел видос. Я не заметила. Да, ребят, вы не заметили, потому что поставьте обязательно колокольчик. И вам будет всегда приходить сообщение, что на канале новое видео. Так что, вот такие вот дела. Ну, мы сейчас пойдем тренироваться. Не знаю, возьму вас с собой или нет. Ну, оставайтесь, увидите. Ребят, себя не хочу показывать, но покажу вам вес. 94 килограмма. Блин, я никогда еще так не вешал. Друзья, надо заниматься спортом, так что идем на танцпол. Закончилась тренировочка. Я думаю, что завтра мне будет очень плохо и будет все болеть. Но ничего не поделаешь. Блин, не запускайте спорт, не запускайте тренировки. Если времени совсем нет на тренировок, тогда ходите хоть один раз в неделю. Я запустил так, что я охренел, когда зашел. Стал на весы, я вообще никогда не становился на весы. Я вешаю 94 килограмма, никогда такого не было. Аж сам испугался. Вот. Надо по-любому сейчас заниматься почаще, чтобы себя в форму чуть-чуть привести. Как-то так. Ребята, едем до Андрея. Ребят, кому-то надо новую мебель? По-свински все. Вон, смотрите. А вон и Андрей, который не ходит на тренировки, с которым я договорился. Че за дела такие там?
Здорово. Деньги поедем снимать? Кого? Деньги. Че, камера новая? А деньги что, ты снимать поедешь? Да, ребят, новая камера. А я бы еще не говорил, что ли? А дох, я же уже говорил. Тебе деньги надо? А тебе деньги надо? Всегда надо. Бабосики, да? Ну что, не вопрос. Тебе не надо заезжать. Мне не надо, у меня есть, я тебе могу тоже, а услям. Не, я не люблю, когда в долгах. Ну я, ладно, я тебе так тогда дам. Да ты арбатслюзик, что ты запишешь? Я еще не арбатслюзик, у меня еще впереди знаешь сколько? Я еще, а меня еще от работы. Мы сейчас до Юрки поедем. Потом? Куда мы вообще поедем? Потом похавать и все. Куда? Как куда? Я думал, я свинин или как-то. На фильм он-то? Да. Давай, иди за бабосиками. А ну пойдем, ну там тогда за деньгами все. Ну, это интересно, конечно, типа. Да там рядом их портасы. Ладно, ребят, совсем неудобно ездить и снимать, как я понял. Так что сейчас на место приедем. Кого оштрафуют? Меня? Ага. Фига себе. У меня же специально этот есть, вывеска, что я могу снимать. Так, ребят, сейчас посмотрим, как Юрка будет реагировать на камеру. А? Какой сарай? А, это фиг его знает. Это там электрика, по-моему. Я светить не хочу, где, где что. Человек не стоит, видишь? Я только надпись прослушиваю. О, здорово, Юрич! А, ты снимаешь, привет тебе. Я надеюсь, ты не это, я это. Я не, не, не показывал, где ты живешь. Наконец-то ты его включил? Да. Что он делает? Пылесосит? Да. Ты можешь свет включить? Я ничего не вижу. Что, это нормально? Да. Кого? Кому не лень? Меня. Здесь материал. Ты беспорядок, кто-то меня за это убьет, не думал. Не, ну блин, как-то все вылаживается. Как будто у всех дома всегда убрано. Он ездит, да. Ну как, я вот только сегодня тоже эксперимент. Ну что, давай быстро прошвырнешься или что, или как? Я потому что это. Да не надо мне гараж. Пойдем смотреть, ребята. Пойдем, пойдем. Ну я не буду же все показывать, потом скажет. Ну я могу, если ты хочешь. Я тебя отца не говорю, тебе что? Почему? Сначала спроси. Мы показываем, да, как это. Так не, а возвращения жить нету. Я же просто это как. Все убрано, все нормально. Так, белые стены все дела. Ну это новые, да. Кто здесь селяется? А? Флюхлинги? Ну, скорее всего. Сто пудов будут интересоваться, сколько лет дому, Юрка. Сколько лет дому? А там и здесь я не буду узнать. Ну конечно, никто, я тебя не заставляю, показывай, что хочешь. Я вообще никого ничего не заставляю, я просто прихожу. Снимаешь, да? Да. А вот тут я еще не был, кстати, я еще не поднимался. Вот перед этим. Гости не пойдет. Ты только до дивана успеваешь у меня всегда, я знаю. Да, буфарчик, а диван, да, а что мне еще надо? Ну тут я не был просто, там снизу же тоже туалет есть. А душ нормально, вода не утекает? Там это... Спуск же есть. Спуск, да, но все равно надо не брызгивать. Да мы потом это лечим, это шаба с этим. Помогаем. Заходи, заходи. Я прихожу, его не стесняешься. Не стесняешься. Джесси, идем. Да, идем, Андрей, о, вот хорошо. Я не видал, ты этот газон или как это уже сделал. Тут гараж получается, да? Не, нормально уже, ты чуть продвинулся. Только вот тут ты еще ничего не сделал, я вижу. Заколебал, я бы рад, что мы калитку поставили.
Ну, еще чуть-чуть. Ну, кстати, нормально. Вот. Как выглядит? Терраса, вон гаражик. Ребят, вот смотрите, считается новые районы. Новые дома практически везде. Везде вон строятся, достраиваются. Как-то так. Свет, ты хочешь сейчас здесь сделать? Окей, поехали. Ребята обожрались, короче. Уже жрачку не снимаю. Такие кастрюли большие. Обожрались. Не, просто что это как его. Дешево и вкусно поели. Дешево. Я считаю, это недорого. Ирка, как тебе понравилось? Нормально. Можно кушать. Короче, денек провели. Андрей квасит, как всегда. А? Чисто. Вот Ваня сам выпил и спрятал, теперь он стрелками кидается. Ребята, я не пью больше. Я пью вот это. Витамальц. Квас. Квас, да. О, грустно. Андрюха, давай, счастливо, попрощайся с людьми. Ну, все, Андрей покидает нас. Настоящий напиток. Андрюха. Для девочек. Когда это баня-то? Ну что? Тазики пина, что, не знал такое? Так что давай, штат? В баню поехать. Окей, поехали. Короче, сейчас, ребят, смотри. Все. Пацанов сейчас развожу домой, и все, и сам тоже домой. Так что вот такие вот дела. Сегодня денек пролетел быстро. Вот пятница, кто с мороженым, кто без алкогольного пива. Да, вот пятница, да? Мороженое купил, я себе безалкогольное пиво. Андрей колу зеру, без сахара типа. А что, иногда и так надо проводить выходные? А девчонки только что перед нами были, они взяли ящик пива, блин. Вдвоем его унесли, блин. Вот такие вот дела. Вот это Германия. Сейчас прикол. Ладно, давай, прощайся. Все, пацаны, давайте счастливо, всего хорошего, хорошего. Там выходных. Не только, там и девушки тоже есть. Ну и девушки, всем хороших выходных. Давай, братан, до встречи. А насчет бани договоришься, да? Да, там да, да. Позвони. Ребят, в баню собираемся, не знаем, давай. Как получится. Без водки. Ага. Так что все, вот такие дела. Давай, счастливо. Пока. Ну все, ребят, что? Будем закругляться. День закончился. Еду домой. Классно провел день сегодня с пацанами. Давно не встречались так. Вот такие вот дела. Поеду домой отдыхать. Всем хорошего дня, вечера, утра. Давайте, пока.